Друзья, расскажу такую историю, притчу, но из жизни, с выдуманными именами, да, с выдуманным предмет. Кто услышал, тот услышал. Тема опои окорма, да, то есть я уже тоже выпускала такие видео. Что такое, да, порченная еда, что на нее делают, да, и что это вообще такое за программа. И как эта программа продолжает, да, внедряться непосредственно внутрь нас, если мы уже вычислили врагов, да, мы с ними не контактируем, соответственно, там, да, с ними не кушаем, не пьем, и у них ничего не берем. Как же? И вот пример. Пример. На моем примере, да, возьмем так. Почему именно я, да, я человек, ну, в теме, да, мягко сказать, ведущий, там, по-вашему. То есть меня обмануть сложно, да, тем более я, опять-таки, на уровне физики чувствую, если с вещью что-то не так. Но окорм, да. Как в мое пространство попала плохая вещь. Вот, к примеру, есть у меня клиентка, да, клиентка, подруга, в принципе, два таких понятия приближенных, потому что практически все клиенты реально становятся, да, моими хорошими друзьями. Так вот, да, есть клиентка, подруга. Безусловно, общаемся, дружим, да, помогаем друг другу, она мне какие-то там, да, там свои услуги оказывает, я ей, да, там свои какие-то магические. Вот 2-3, да, 4 года, все здорово, все классно, да, опять-таки человечек тоже в теме, да, ну, по мере общения со мной, тут волей-неволей станешь в теме. Вот, человек в курсе, да, вот эта подруга, что существует, вообще, что только не существует, да, что существует вот этот, собственно, опой, окорм, да, когда тебе что-то приносят покушать, да, либо, не знаю, там, в колбаску земли кладбищенской подцепит. Ну, то есть человек в курсе. Да, безусловно, доверие, да, есть у меня, да, к этому человеку, и прекрасно понимаю там, да, что мне не навредят, но тем более не будет попытки на меня колдануть и так далее. Да, вот как-то мы пересекаемся, либо не суть, сейчас есть там почта, СДЭК, да, отправляем, да, друг другу подарки, ну вот, к примеру, девочка решила мне выслать, да, какую-нибудь консервацию. Неважно, огурчики соленые, да, там помидорчики какие-нибудь, там чесночок, да, кабачки, ну вот, да, варенье, не суть, ну вот, да, что-то такое. Все передала, да, там я кушаю со своей семьей, ну, опять-таки, там, да, на вопрос, а что это такое, да, потому что человек, я всегда с сомнением отношусь, да, когда мне что-то дают, ой, это, мне там мама передавала, да, там моя, мы там не съели, там, да, вот, пожалуйста, угощайся, то есть, ну, может быть, какая-то там, да, червоточинка сомнений может быть, ну, как-то человек близкий, ну, ладно, там, да, взяла. Что происходит дальше? Ну, вот месяц, к примеру, да, вот эти огурчики стоят дома, что-то там, да, там, ну, не месяц, конечно, ну, неделю, да, периодически их кушаю я, да, там, моя дочь, муж, ну, семья, короче, да, неважно, у кого там, да, у всех своя история. И вот при диагностике выходит опой, окорм, аж голос потерял. Откуда? Вот, бляха-муха, откуда? Начинаешь выяснять. А огурчики-то... Да, не от подруги, ей давала мама, да, делала лично для нее. А огурчики как делались? Огурчики, допустим, растут на грядке у мамы, да? А баночка осталась с прошлого года, ну, хз откуда, то ли сами покупали, то ли дали кто-то, да, там тоже от пустой банки осталось. Укропчик там у соседки купили, да, во что мы маринуем там. Горошек там какой-нибудь дядя Петя купил, принес. Ну, то есть, поняли, да, банка огурчиков, а по факту в ней, да, по факту в этой баночке побывало несколько людей. В итоге окорм, да, смотрю диагностику, а там в банке, ну, дичь. Вопрос, виновата ли подруга? Конечно, нет. По вселенским законам частично, потому что незнание закона не... когда вот это выражение не...
Господи, незнание закона не снимает с тебя ответственности. Да, то есть палка о двух концах. Виноват человек вообще ни в коем случае. Но человеку стоит задумываться, с кем общается, да, вот, как бы мама, да, родня. Ну, это вот была такая притча. Поэтому, ребята, опять-таки, если вы на духовном, да, пути, на духовном пробуждении, вы как магнит в свое пространство будете притягивать реально все порченное. Поэтому не удивляйтесь, как вот, да, там данные продукты, либо вещи просто попадают в ваш... А попадают они в ваше пространство для того, что только вы почувствуете, да, что с ними что-то не так, и только вы сможете там, да, их грамотно устранить. Вот и все. Мы как санитары леса.